Добрый день. Я выпускница пятого потока школы Никиты Бурлакова «Гипноз и слиперство». Меня зовут Ольга. Я на данный момент проживаю в Израиле. Я пришла в школу Никиты Бурлакова, скорее всего, что случайно. Меня интересовали новые виды профессий, потому что я новая репатриантка в Израиле, так как мне 59 лет, я не владею досконально языком. Я еще не взяла иврит, как говорят здесь. А так как в нынешних условиях пандемии работать нужно где-то, и работать нужно, конечно же, онлайн, я стала искать похожие профессии, которые подойдут мне для русскоговорящих граждан других стран. И я наткнулась на школу Никиты Бурлакова. Все, что он предлагал, мне было колоссально интересно, но я немножко переживала из-за того, что возраст, из-за того, что в группе очень много было людей, которые уже получили смежные профессии, которые занимались гипнозом и слиперством, некоторые уже, как я поняла, которые практиковали психотерапию и так далее. А я человек с улицы, обычная женщина, может быть, не совсем, но я так считала, что я обычная. И что мне это будет трудно даваться, и что я не смогу. Но я как-то так просто уверенно пришла, потому что Никита так рассказывал. Я ему очень поверила, и мне было, это мне просто срезонировало. Я поняла где-то, что это что-то мое, что мне подойдет, и я найду себя в этой профессии. Я воспринимала это только как профессию. Когда я пришла на курс, и были даны первые практики. И немножко было для меня шок, когда начались практики медитации. А я совершенно новичок в медитации. Ну, как и во всем прочем. Вот. И я попробовала. Никита показал, как нужно медитировать. Это было первый раз. Это было просто чудо. У меня получилось все. Я вошла в самогипноз. Хотя раньше я думала, что я совершенно не гипнабельный человек. Абсолютно. Я завидовала людям. Как говорится, сомнамбулам, которые легко впадают в состояние гипноза. Я очень трезвый, здравомыслящий человек. И, как говорила моя мама, тебя даже ночью разбудишь, и ты знаешь, где ты находишься, и у тебя нет состояния перехода между сном и явью. Вот настолько как бы такая у меня система была. Я вошла легко в транс. Я увидела свои проблемы, когда мы работали с проблемами в самогипнозе. Вошла легко в эту регрессию, вошла во временную ленту, увидела себя маленькой девочкой 6 лет и нашла проблемы и решила их так, как учил Никита. Скрипты, которые он дает, колоссально легкие. Школа очень проходит в большом темпе. Если есть какие-то вопросы, нужно не стесняться задавать кураторам. Кстати, наша куратор Ксения, она была четкая, была всегда рядом, всегда давала обратную связь, которая очень-очень помогала таким новичкам, как я. Ну, наверное, профи, которые тоже с удовольствием пользовались ее советами. Я ей очень благодарна. Я благодарна школе, потому что она помогла мне освоить данную профессию. И эта профессия помогла в такое как бы непростое наше время, в первую очередь моей семье. Я даже об этом и не думала. Я даже не думала о том, что это будет так востребовано, что посыпались заказы со всех членов нашей семьи. И я смогла помочь и дочери, и племяннице. И сейчас все стоят в очереди для того, чтобы мы их почистили, чтобы провели чистку, чтобы провели гипнотерапию, потому что гипнотерапия оказалась очень-очень эффективным и своевременным инструментом. Ну, вот как новичок, рассказала, как есть. Мне, человеку, который не практиковал духовные практики, не сидел в трансе, на медитации, на голодании, абсолютно женщина, как говорится, с обычной профессией, тем более новая репатриантка страны Израиль, мне это было как глоток воздуха. Во-первых, общаться с такими
прекрасными русскоговорящими людьми, действительно высокодуховными, без кавычек, а реально простыми, классными. Классная у нас была группа, такие чудесные девочки, такие открытые сердца. Я очень вам всем благодарна за встречу, за школу и за наше дальнейшее, я надеюсь, грамотное будущее. Светлое, хотела сказать. Ну, надеюсь, оно будет светлым, но мы совсем разберемся, так как все инструменты у нас в руках. Если будет порядок в наших семьях, будет порядок вокруг, я так думаю. А мы обладаем, Никита дал нам эти инструменты. Будем строить свою жизнь по-новому. Всем привет!